Областная дума собралась сегодня на внеочередное заседание. Единственный вопрос повестки был, по сути, техническим. Средства федерального и областного бюджетов на реализацию нацпроектов распределены по конкретным районам и направлениям. 13 миллионов рублей направят на ремонт классов в школах, на развитие сферы культуры, а также на завершение реконструкции центра досуга в поселке Краснофарфорный. Более полумиллиарда в ближайшие 3 года вложат в создание дополнительных мест в детсадах за счет строительства новых дошкольных учреждений. И еще 184 с лишним бюджетных миллиона заложены на реализацию региональной программы переселения из аварийного жилья. Она уже разработана профильным министерством и находится в открытом доступе на официальном сайте. В документе прописано способы переселения, выкуп или предоставление нового жилого помещения, а также указаны конкретные адреса домов и сроки их расселения.